Доброе утро, Азербайджан! Доброе утро, друзья мои! Мы с вами продолжаем наше путешествие по Азербайджану. Сегодня я вас хочу отвезти в село и показать вам, как живут местные жители, как они выращивают мандарины. Мы с вами приготовим национальные блюда и шикарно проведем время. Вы берете хорошее настроение. Я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Утро начинается с похода на базар. Килограмм 20 манат? Смотрите, как выглядит чай. Он потрясающе пахнет. Тоже понюхайте. Лимоны стоят 20 копеек одна штука, это примерно 10 рублей за лимон. А мандарин килограмм не чемонат. А что, ребят? А? 80 копеек стоит килограмм мандаринов, это примерно 40. Я купила чай на 10 манат. 10 манат на 550 рублей. Мы получили вот столько чая, полкило. Чё стало? Салам. Какая хурма огромная. Аликим. Ничего не или? Аликим. Кило. 50 копеек. 50 копеек килограмм хурмы. Хурмы килограмм стоит. Килограмм хурмы стоит 50 копеек, это примерно 27 рублей за килограмм. 5 штук, один манат, тоже 20 копеек за один лимон. Килограмм лимонов 55 рублей. О, как пахнет! Это не лимоном пахнет, это пахнет лаймами. Очень вкусно. У меня дома нет. Ты что? Все, живи у меня. Вот тебе дом. Чао, сау. Сау. Аллах кумайз олсу. Аллах жамбу дайвас. Я купила 2,5 хурмы на 1 манат за 55 рублей. Вы посмотрите, сколько я получаю. Сызда ускян. Эдда. Дома все выращивают. Действительно ценно. Манабо. Апарам са хар шарайт, я так вот так зады алмай. Я тебе туфля все есть. Чок сау. Валла. Чок сау. Поехали. Твою? А, вот же? Нет, живой не надо. Вот то, что мы с вами ели. Нечем она? Бир манат аликом. Бир манат или копейка? Ага. Кило. За вот эти ягодки нужно отдать 1 манат 50 копеек, это примерно 75 рублей. Цены здесь хорошие. Я лимоны свои забыла. Что, слава богу. Забыла свои лимоны. А где ваше мясо? Сколько надо? 2 килограмма? Мы сейчас достанем, сколько надо? Где ваше мясо? Мы сейчас все достанем. Хорошее мясо? Да. Точно? Да. Там чистое место, с кусочками. Нет, чистое. 2 кило дайте. Давайте, дай, давай. Да, что-то мандарины. Круглые что-то, мандарины? Да. Тут хорошее мясо. Ничем она? 13 манат. Сколько, 13? Килограмм. Килограмм вот такой говяжьей вырезки стоит 13 манат. 13 манат это у нас примерно 700 рублей. 2 килограмма.
А у вас тоже в мясе руки? Подожди минутку. Там жир надо делать? Жир? Жир, да. А надо в кутабы жир? Да, конечно. Да. 20? 25, 26. 26 было. Все. Все, спасибо. Вам большое спасибо. Хорошей торговли. До свидания. Пока-пока. Спасибо. Пока. Спасибо. Ну, приходи посмотри. Ой, какие красивые. Да, красиво. Да, прям смотри, какие у него красивые заготовочки. Вообще, да, шикарно смотрится. Алма? Армуд. Армуд? Красиво прям. Как у них красиво замаринованы груши, персики. О, персики, болгарские перцы. А это что? Азгин. Азгин? Ширин азгин? Чеснок красиво помадур, замаринован. Помадур. Помадурки. Он копейка. Это как называется? Вот это такая вкусная трава. Оно на руку похоже. Вкусная. Рыба. Рыба? Ничего, она рыба? Бешь монат килограмм. За 5 монет ты получаешь 4 рыбы. Таза? Аллазы инди гетермишен бу дайга. Бу да бердим сана 2 мал. Közden geçer kadar. Olamaz, olamaz. Koyacağız sonra bak. Olmaz, olmaz. Geçer yukarı. Tamam. Çıkış git aman. Git sizge. Keraman. Купили рыбу за 5 монет, получаем сдачу. Siz neçe monet? 2 monet. 2 monet. 2 monet za zelin zaplatim. 2 monet siz. Çok sağ ol. Biz de öyle sizi öpürük. Sağ ol. Öpürük sen. Spasi mi? Oy ne bu sen o kırsata ne kırsati. Alça. Alça? Alça. Ayta alça. Yemek? Ye. Ha ye. Göz aldı. Oh. Kisu hep. Gel ama da şirin var burada. Ha bunu veririm. Severim. Ha ye. Yemem bunu. Ya ne bunu kisu hep. 2 kilo veririm sana. Niçin bunu? 3 3 monat 4 monat kilo yarım ver 500 gram ver yok baba turşu da var karışı şirin yok turş şu ay sandım mori evim yok da evim yok konak şura bak bu şirin bak bu şirin Olaca ye, tadına bak ben bunu. Haroşi ye yine. Bak ne güzel. Ha, ye bak ne güzel değil. Ne çmanan, ver. Ver. Güzel. Şıpım çizdi. Kolasas. Ne çmanan? 2 mana. 2 mana. Bu da 5 mana. 7 mana. Это знаете, что я купила? Это самый настоящий холосас, шиповник. У кого проблемы с желчным камнем, пейте. Тут? Что, Сау? 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 Грибчик. Ничего, мана. Что такое хоть? Ну, дай мата, дай мата. Я сейчас не заработаю. Вот, вот. Открывай, ты смотри. Вкусный. Что, вер, геттем, вер, геттем. Я покупаю варенье из гранат за 5 монат 300. Гранатный варенье. Все, геттем, геттем. Саул, саул. Я говорю, мы копейка. 5. Bir manat. Hey, podarka. Hey, ha. Me ya? Hadi. Çok sağ ol. Представляете, мне подарили лимоны. Çok sağ ol. Sağ ol. Большое спасибо. Çok sağ ol. Подарка? Hadi. Посмотрите, мне подарили лимоны. Это так приятно. Суган бер манат. Я артык дидим. Аллах шукр. В подарок еще и лук дает. Бер манат. Большое спасибо, действительно, здесь очень хорошие люди, любопытные, разговорчивые, улыбчивые, доброжелательные. Трава зеленая-зеленая. Очень зелено вокруг. На улице ноябрь. Данис.
А знаешь, чем пахнет деревней? Как будто я в своем Уросу. Деревней прям пахнет. Михаил Бей? Да. Так будет? Я Эльвира. Рада знакомству. Сегодня я остаюсь в вашем доме, в вашей семье. Мам, привет. Спасибо. Спасибо. Ваша жена. Эльвира. Да. Сэс ханум? Казалгюль. Казалгюль. А все, это все надо забрать и все? Я просто на базар заходила. Азербайджан дилини органаси. Сэс. А, мам, сизе, Ольга-дарам. Ольга-дарам. Вы здесь живете с женой, семья, сын с вами живет, да? Да. Я поняла. У вас очень большое хозяйство. Хозяйство, да. Конечно, да. Мандарин. Да, есть. Мы живем. Чох, чох, мандарин. Да, чох, ашабата. Мы сразу приступаем с вами к готовке еды. Это что? Это сач. Сач? Готовит сач. Гутаб. Это называется сач. Да. Здесь мы будем готовить кутабы. 60 лет? Да. О, вы хорошо выглядите? Да. Вы хорошо выглядите? Не знаю. Отмыш яш. Наверное, жена. Элидурт. Элидурт? Да. Я говорю ему, вы хорошо выглядите. Он говорит, ну не знаю, наверное, жена хорошая. Мы сами талыши. Я приехала в гости к талышам. Да, да. Да. Сегодня мы с вами вновь пришли к талышам. Что будем готовить? Лаванги. Лаванги? Это талышское блюдо, да. Лаванги, да? Да. Сегодня мы с вами приготовим лаванги. Я буду готовить это блюдо впервые. Посмотрим, как это делается. Научимся, да, новым рецептам. У всех ресницы густые, длинные. Кирпич. Красиво. Ой, да? Да, красиво. Никому не сказали. Нет, да? Нет. Я сказал. Вообще у вас хорошие люди. Прям вообще хорошие. Mm-hmm. Адам Яхши. Спасибо. Да? Mm-hmm. Сейчас вот на базар ходила, сколько дней здесь нахожусь. Вообще хорошие люди. Останусь в Азербайджане. Перебираем орехи. Яхши-яхши, керек. Чунки бу, бунда тикаси олур, бак. Ничего не попадает. И анда дишлары азир. Пропускаем через мясорубку орешки. Это для соуса. Соус, кёс, соус. Да. Кант ади. Кант ади. Ади. От Эльвира, Кызылгүл. Да. Кант. Түркёба. 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 Кандин ады. А, кандинин ады. Түркёба. Түркёба. Кижаба гасаба. Sonra soğan. Aha. Soğanın suyu sıkılmalıdır. Vale. Ona göre onu ayrı çıkardır. Ayrı kapta. Пропустили через мясорубку орехи. Сейчас пропускаем через мясорубку лук. Айлин, get нор, банкасини, getir нор. Нор, гранат. Нор, да. Нор, гранат. Торшу.
Алча туршу. Алча туршу. Соус из алычи. Нет. Для мяса. Соус. Соль. И гранат. А, это гранат? Да. Смотрите здесь, как делают. Это соленые зернышки граната. Мясо говядина у нас. Из нее мы будем делать кутабу. Навара, навара. Да. Внук. Ничем. Навара. Девять. Мясо мы будем пропускать через мясорубку. Тандыр? Да. Какой здесь тандыр? Необычный. У нас готовит здесь чурек. А. Или туюк. Угу. Пицца. Без туюк пошеребись. Да. Мы сегодня будем готовить курицу в тандыре. Да. А в основном в этом тандыре пекут лепешки. Ничего суван. 1 кило я и кидана суван. И кидана суван. На килограмм мяса мы берем 2 крупные луковицы. Да. Это для кутабов. Еще у многих назрел вопрос. Эльвира, а что татарский язык, узбекский язык, они что, схожи с азербайджанским? Нет, эти языки не похожи. Есть какие-то определенные слова, которые, как и везде, чай, например, на всех языках можно сказать похожи. А азербайджанский, татарский, узбекский не схожи. Может, там 5-10% есть. Эльвира каждый день берет переводчик и учит по 50-60 новых слов. Смотрите, тесто для кутабов мы уже замесили. Хамыр ичинде не бар. Су. Вода. Вода и... Вода, мука, соль. Мука, соль. Тут тесто для кутабов пресное. Вода, мука, соль. Все. Да. Тесто немного отдыхает. Отдыхает 1 час. Отдыхать 1 час. Да. Зелень отдаем девочкам, чтобы они нам ее накрошили. Вена! Дыс! Тогре! Нарежьте, пожалуйста. Обратно, обратно. Они мне чай несут попить стулья. Готовно. Обратно. Мясо пропускаем через мясорубку. Мясо, лук. Her yıl gelirsiniz. Mandarin vakti gelirsiniz. Hı-hı. Onda her defa bize gelirsiniz. 23. yıl geleman, 24. yıl geleman, 25. yıl geleman. Я буду каждый год приезжать в Азербайджан. Я не хочу уезжать отсюда. Просто пришел. Пришла у нас. Да, буду приходить. Фарш солим, перчим по вкусу. А. И все. И все. Анна, дюзал, дюзал, дюзал. Перчатка? Кул, Эстер. У нас, говорит, обязательно все перемешивают руками. У нас ложками, перчатками не мешают, только руками. Да, только рук. Дадле, дадле была, да? Дадле. Вкусно будет руками, когда? Очень вкусно. Да. У нас смотреть сериал. Сериал смотреть? Да, Канада, Бразилия. Дикая роза. Фергендер? Откуда вы знаете русский язык? Она говорит, откуда узнала? Сериалы смотрели. Все сериал смотрели. Дикая роза. Аргентина, Бразилия и... Санта-Барбара. Гвадалупа. Сериалы смотрел. Да. Вот я помню, как моя мама смотрела эту Санта-Барбару. Потом это уже я начала смотреть. Богатые тоже плачут. Какая польза от сериала? Сериал и футбол. Футбол Аргентина. Здесь футбол. Да. Очень хочу. Футбол смотрит. Да. Болеете? Да. Болеющий. Да? Да. Фанат футбола. Посмотрите, в орехи мы добавили лук. Лук. Еще что? И вот... Алыча. Чернослива. Да. Паста из чернослива, назовем. Азербайджанский алча. Алыча. Нар вурарам. Нар йок? Бурда, инди тёкерам. Инди.
кисленькое что-то, да? Что такое кисленькое? Кисленькое это вот такой. Турш. Турш? Да. Сейчас попробуем. Давно хотела попробовать. Ура, так она. Ура. Так и так и чё, что, что? Сильно кислый, соленый уксусный гранат. Уксуска, ухшат, ухшат. Ухшат. Уксус дады вар. Дады вар. Дили яндыр, гёзлер юмур. Тобукнул ичина. Ичина. Курицу начиняем нашей ореховой пастой. Первый раз вижу, буду пробовать такое блюдо. Мы готовим каждый день. Да? Да. Они сами по национальности талыши, но со мной, естественно, стараются говорить на азербайджанском языке, потому что я его хоть как-то, но могу понять. А талышский язык я не знаю, поэтому вы будете слышать в основном, что они говорят на азербайджанском языке. Смотрите, здесь какие скалки. На урщук похоже. Как это будет на русском? Вертено. На вертено похоже. Вот такие вот колобочки, да. Беркютап, да. Угу. Для одного кутаба. Научилась. Какой колобок красивый. Уже знаю. Гёзель. Распределяем жар, чтобы он был равномерный. Закрываем дырку. Вентиляцию. Как я вам говорила, курицу мы будем запекать в тандыре. Для этого у них есть специальный крючок. Курицу продели на крючок. Интересно придумали. Нича саат тандыр. Один час. Бирсан. Один час будет запекаться наша курица. Бисмиллахиррахманиррахим. Янмасын, бунук куйрам. Яндырмасын. Баша тушады. Это чтобы курица не подгорела, жар распределялся равномерно. Сейчас рыбу будем начинять орехами и запечем в духовке. Наша орехово-гранатовую пасту мы добавляем зелень. Балыкну ичине. Балыкну ичине. Ичине. Нече бала бар? Алты. Алты бала? Беш, гэз, бир он. Сказал Гульханум. Есть 6 детей, 5 девочек и 1 сын. Сына мы видели. Посмотрите, начиняем рыбу нашей ореховой пастой. Балыкның ады. Кайсы? Ад, ады, ады. Балыгын ады? Ага, ады. Зияд. Зияд? Да. 100%? Зияд. Нет. Я все не знаю. Может, зияд, может, не зияд. Да. Друзья мои, все, кто не подписался на самый лучший канал «В путь», обязательно подпишитесь и поставьте лайк на это видео. Хорошо. Хорошо. И вы потом поставьте, когда будете себя смотреть, лайк поставьте. Да. Вот такие пласты теста мы раскатали. Сейчас мы будем делать кутак. Кутак сначала с мясом. Курица спрятала. Так смешно дернулся. Зелень у нас здесь разная, петрушка. Вот это я не знаю как, но вкусная зелень. Пресная лепешка и очень сильно соленая зелень.
Фадж мы не смазываем ничего, сухой. Сухой. Круг. Як йок. Вар. Фадж, фадж. Нету. Жагнаш в утеки, жагна мака. Переворачивай. Тис-тис. Фьян масса. Ну, да. Чтобы не подгорело. Ну так, кыс, бешерсен, геттек. Кажи бутер. Моя не такая, я когда воня тумикан, он туда пошел. Вы поняли, да, как надо готовить кутабы? Мы пошли смотреть, как растут мандарины. А дочка пускай сама доготовит. Буйся, аскуто. Ох, ёх, да? Зейтун я вору, юмшах. Обязательно оливковое масло надо добавить, чтобы мягкое было. Юмшах было? Сизнин, делигис, яхши, ваша душа. Она мне так доступно, понятно все объясняет. Одно слово по несколько раз говорит, чтобы я поняла. Гетты, кыз бешере. Да, бирдана дюзалдин, упахсын, сонда. Сейчас дочке покажу, как правильно. Да. У вас тоже... Че? А, мне тоже покажете? Да. А, я говорю, дочке показывайте, как правильно. Она говорит, нет. Вам дочка показываю. Дочка знает. Да. Они... Маша говорит, тебе показываю, вам показываю, как правильно. Девочки, давай. Откуда столько детей много? Все. Где ты? Bunu уже дармишим. Адам! Да, это Адам. Да. Это уже на экспорт подготовили. Яхшы, да, Канхаят? Не, Канхаят. Севарам. Севарам? Севирам. Севирам, севирам. Севирам, Канхаят. Канхаят, мы, мы. Кто занимается мандаринами? Муж или вы? Я, муж и дети. Все. Вот мандарин. Алин, гелин бура, сали. Бах, бела, бах. Бела, бела. Любой? Да. А яшель тоже? Яшель не. Нет, Йох. Только желтый. Надо дать нам со сали. Ну, удагал, удагал. Сали, санда бура, гел. Че хура? Ведрани тут, хуй, у. Держи дети. Держите дети. У сизинцев тут урда. Ага, ваша тоша. Это твой помощник говорит. Это мой помощник. Ниче ел мандарин. Бар. Егермин. Егермин ел мандарин? Сколько лет вы уже выращиваете мандарины? 20 лет. Это что за мандарины у нас тут? Посмотрите. 20 лет. Мандарин. Ниче манат килограмм. Бир манат. Бир манат килограмм. 1 килограмм мандаринов они сдают оптом. 1 манат. Это 54 рубля, 55 рублей за килограмм. А сезон. Сезон ниче тонна. Ниче тонна мандарин. Бизда олур 15 тонн. Он 15 тонна. 10-15. Он 15 тонн. Да, 10-15 тонн за сезон они получают урожая. Сейчас, сейчас ведро доберу и пойдем. Юг. Пишкен? Геттек? Алин, галин, Марьям! Алин, галин, Марьям! Ушаклары чабырыла. Геттек! Много-мало?
огромный участок, огромный дом. Здесь очень много работы. Очень много. Чечеля. Чечеля? Смотрите. Бал? Да. У них и пасека есть. Мед. Я очень рада, что я попала в гости именно к вам. Да. У вас прекрасная жена, прекрасная. Чья была идея выращивать мандарины? Здесь, вот здесь. Идея была моя, наша. Совместно с женой вы начали, да, вдвоем? Я спросила, говорит, 20 лет вы уже выращиваете мандарины. Да, 20 лет. Какие аппетитные кутабы у нас получились. Юкара, эннабу. Сумах. Сумах? Да. Сумах это сушеный гранат. Сейчас я вам покажу, какой он. Вот такой. Кислый-кислый. Он не кислый, он соленый. Кисло-соленый. Гёзали. Шеринг. Уже нет, давай приходи уже. Мы присели за стол, уже все проголодались. Да. Да, я тоже проголодался. Иди сюда. Русский не понимает. Гальвара. Марьям. Марьям. Гальвара. Там у нас гидин, да, дам ее на доуху. Старшие начали, значит, мы тоже можем. Добро пожаловать. Спасибо. Очень приятно. Посмотрите, какие у нас сочные кутабы. Попробуем. Хорошие кутабы, да? Сочные, жирные кутабы с кислинкой сверху. Кто приехал? КамАЗ. Пока пусто. Пусто? Буш, чинда йог. Буш. Вкусные жирные кутабы с кислинкой сверху. Додли. Давайте я вам покажу, что у нас есть на столе. Здесь у нас кутабы двух видов. Здесь у нас мандарины со своего огорода. Тут у нас лаванге. Лаванги, да. Лаванги – это курица по-талышски. Курица по-талышски, правильно будет так назвать? Да. Мандарины. Рыба запеченная с орехами. Гранат. Откуда? Сиздебор? Ничего монет, гранат на. Один монет? Килограмм. Один килограмм гранат стоит 1 монет, это 50 рублей. Это очень хорошая цена, очень. Давайте попробуем кутаб с зеленью. Посмотрите, очень много начинки. Также все это пресное тесто. Вот так вот сворачиваем. И пробуем. Это вообще шикарно. Сильно соленая зелень, кислинка гранатового зернышка. Это для руки. Руки? Да. Да, все, руки. Курицу разделывают руками. Мин? А, каждый сам себе? А, не сама. А, да. Она только мне положила, а они сами, каждый сам себе берет. Попробуем лаванги. Да. Это у нас запеченная курица в тандыре. И начиненная ореховой пастой. Вот так будет правильно. Еще гранатовые зернышки. Это необычно, вкусно. Я все люблю, когда что-то я пробую новое. Дадла, да. Дадла. Это вы первый раз в Азербайджане, да? Вы моя первая семья, у кого я в гостях в Азербайджане. Да. Я была до этого в Азербайджане просто 1-2 дня. Знаете, это как? Как будто курица, начиненная фаршем с орехами, а на самом деле здесь просто орехи. Йох, мясо нету. Домашний сыр сама делала. Попробуем?
Сис инек. Да, да. Своя корова, свой сыр. Инаки корова и на барон. Сильно соленые, кисловатые. Ну ха. Это не похож на обычный сыр. Это не обычный. Сиз мини баша туша ман дида, да? Вот хорошо. Баша туша. Она меня понимает, что я говорю. Она умная. Она очень умная. Да, да. Все понимаю. Умная, умная. Сиз яхши адам. Гёзал адам. Сау ол. Эчигиз гёзал. Ваши гёзал. Да. Я тоже гёзал. Я говорю, у вас очень хорошая жена. Она и изнутри хорошая, она и внешне хорошая, работящая. Он говорит, я ж тоже гёзал. Красивый. Сейчас попробуем рыбку запечённую. Также с орешками. Гранат. Вон какие краснючие, красивучие. Вот здесь. Так надо? Да. Почему? Она будет вкуснее еще. Да? Да. Гранат сладкий. Это как наш шарап. А, вы мне соус сделали. Да. Вот берем рыбу, берем нашу ореховую пасту. Да. Это отличный рецепт. Да. Это хороший рецепт. Гранат, рыба, ореховая паста. Необыкновенно вкусно. Ну вот теперь, друзья, всем приятного аппетита. Мы будем угощаться. И скоро Эльвира поедет домой. Салам. Салам. Привет. Привет, привет. Эдгя, где ты? Ха, гедак. Гедешь ли Dedim yola salam sizi. Ben buralıyım. Burada. Мин Бей, который мне помогал в Азербайджане в Астаре найти вот такие вот замечательные семьи. Благодаря вам я сделала чудесные репортажи. Чох сагол. Сис сагол. Рада знакомству, что я познакомилась с таким хорошим человеком, как вы. Я рад тоже. Спасибо большое. Хорошие ямочки еще у него красивые. Спасибо большое. Друзья мои, мое такси приехало, мне пора отправляться домой. Мне с собой еще дают подарки, мандарины. Вон, пошли грузить. Я буду есть домашние мандарины и вспоминать вас, да. Вашу замечательную семью. Вам спасибо, огромное вам. Спасибо, рада знакомству, что я познакомилась с вами, что я пришла в гости именно к вам. Спасибо, у вас замечательная семья. Скорее вам желаю хорошую невестку найти, женить сына. Яхши гелен. Спасибо, гельсен. Спасибо. Большое спасибо. Иншаллах. Гюрышам. Гюрышам. Егермет дуртенче. Да, увидимся. Увидимся, да, обязательно да. Увидимся. Да, да. Очень хорошая хозяйка дома, прям очень хорошая. Увидимся обязательно. Спасибо. И вам спасибо. Чок-сагол. Друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. В очередной раз я вас познакомила с чудесной семьей. Мы с вами приготовили национальное блюдо и хорошо провели время. Берегите себя, помните, что вы у меня самые лучшие, что мы с вами скоро встретимся. А вот теперь пока-пока. До свидания, до свидания. Собака Ленкеран. В следующий раз приду. Занг, занг. Фахмин бей, алло. Ладно, не проблем. До свидания. Все, до свидания. Чок сагол. Жене привет, семье привет. Почта, да, жене, семье, детям, двое детей есть. Всем привет, большой привет. Эвге салом. Фахмин, эвге салом.